Фурину. Она там на ком? Чё там, офигеть? Ну да. Вообще так мало под денег на нее потратить. 30 миллионов всего-то. Да, почти. А можно я просто буду донатить и не играть? Похуй, что у меня iOS-а нету. Что это за ман? Я тебя обрадую, Игорь, там на Android есть. Можно, да? Да, на Android. Не, ну я все равно буду донатить и не играть. Он тебя бросил, что ли? Нет, за мной. Он просто учится чуть-чуть играть на... Чего? Такой ман интересно. Зачем он делает? Никогда не было. Игорь, просто там есть такая штука интересная, как гарант. Его качество. Ну, если можно так назвать. Просто, если, например, ты выбьешь себе эту хутау, это первую. Угу. Если приходит тебе еще одну. Ну, там просто можно повторить. Можно еще раз тебе выбить ее. То готов потратить еще раз там 80 круток. Но уже выберет или она, или тот, кого ты не хочешь. Второй вариант. Блять, он со своим перком ебаным. Мне сказали, что я друг этого чипистика. А, короче, сейчас у меня антиреклама Геншина, видимо, да? Я, честно говоря, уже под ваши разговоры засыпаю. Это антиреклама только для тех, у кого денег нет, Ярик. А, ну. Ну такое ощущение, что я сейчас видел его тень. Кстати, эти персонажи, они временные. Вот, например, того персонажа, который я вот, что, ну, выбил, знаете, выбил. Вот. Ноги эти. Блин. Ее можно было выбить за 21 день. Ебал этот пинг в сраку. Так, а у тебя есть ген, да? Есть. Ну, я тебе могу сказать, что поэтому он прямоугольный. Поэтому я потяну Катя. Так, мне кажется, или... Короче, у него Леодон какой-то, я не знаю, опять значок мясника, блядь. Нет, это мясник. Маны новые, перки старые, ясно. А, Никита, кстати, поздравляю. С ваншоткой. Че, он в мэне, да? Я спасаю Игоря. Ушел. Ну, он крюку, наверное, сейчас побежит. Куда же он ушел, интересно? Классно, он падает на жопу, когда флешка его гасит. А за кем же он идет, блядь? Кто там, Кать? Протоннелинг. Не знаю, я знаю, что вы ко мне бежите. О, ничего, протоннелинг, он за мной. Хорошо, живем. Недолго. А, в смысле ты меня увидел? На ген. Ярик, скажи, что ты уводишь от этого гена. Кать, можешь да, не возвращаться. Да, я уводил вообще от карты. А, ты на него сел. Да. А он не за мной. Я влачу. Нет, за мной, забудьте, он за мной. А что, влачу ген тоже? Да. Пойду. Взял мейн. Ну, чел, я не буду палец стоять, что ты думаешь? Я даже лечиться не буду. Ну, как бы пока он гоняет фаербоя, да. Потому что сейчас Никита вычинивает, мы с тобой адрики. Полторы минутки поживи. Уф, гибкость меня спасла, то что. Ну, короче, да, вместо... Ой, вместо, говорю. Против таких манов маленьких? Опытных, как Мурка или там Павла, хер мы что сделаем. А вот против новичков можно играть. Я думаю, что я завтра тоже буду хорошо так страдать от сроу. Я на левое. Осторожно, он прям здесь. Он ушел на левую. Ясно. Я, кстати, пропустил его ворот.
Второй. Прямо. А, я понял. Передо мной прям. Прямо перед моим крюком. Так, он или в обилке, потому что я его не слышу. Перед твоим крюком? Мейн. Прям через мейн. Бежим, проходим мейн. Там, где Никита бьет, правильно? Да, вон там, где он лёг. Я тут и прилёг. Он не кемпил, ничего, да? Нет, позволил снять Ярика, нормально. Ну, честно играет, нормально. Не успею? Ровный чел. Да мои уже готовы. Не успею. Так, наверное, я его... Ой, Катя приведу, да? Нет, он возвращается к крюку. Мои готовы. Какая большая у него аура, смотри. Ага. Прям за километр можно увидеть. Ломает полет. Бежим. Так, тебя начал учить принимать тары. Я спиной бегу. Игорь, меня спинку, мне! Катя, не врезайся, давай, бежим. Я случайно. Не стой меня. Открывай. Я можно. Выбегай. Нормально. Как по нотам? Ну опять же, нормально, чисто потому что по голосовой связи. Дружно накинулись на ген, починили и все. Во-первых, по голосовой связи, во-вторых, потому что он играл честно. Ну да. Не фейскэмпил, особо не туннелил. Действительно хороший парень. Зов. Угу. Чем мне нравится батарейка, интересно? Чем нравится? Реал спешка? Гуй. Спешкой, да. Гуй тот еще, блядь. Ну это, видишь, перк такой, который тебя заставляет подбегать к вычленному гену. Ну да.